Игре в кальмара капец. Валим! И что? Вау! Радужно! Да! Ребят, это невероятно! Пошел сок! А тот журнал читает! Прям при нем! Вот это он вредный! Он на него нападает и дупасит! Один топ, второго топ! Шприцы! Ставлю на шер! А я ставлю на шприцы! Ставлю. Ребята, давайте посмотрим! Какие-то шприцы да останутся! Гантеля? 5 Нет. килограмм! Поломает, ребята. Поломает сразу! А ты ставила на стиралку? Нет, не ставила! Вон, готов! Барабанный лист нападает! Ребята! Лера! Вау! Он выжил! Нет! Наш, этот, лошадь сахарные соты вырезает, а на нее нападает охранник. Нет! Сломал! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3 Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые крутые новые эксперименты, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс. Мы вам сегодня рискнули показать самое лучшее и самое новое, чего вы никогда не видели. Поддержите нас лайком и напишите, кто из нас больше рассказал вам, сколько раз ты поехал. Ребята! Зажигалки! Она взорвалась! Обалдеть! Воу! Они спаслись! Ребята, какие звуки прикольные. Ничего, ничего не Они любят. Выжили, друзья. Напишите, какой у вас самый любимый спрайт Фанта-Кола. Внимание. Давай просто помолчим. Вау. А что вы зеленые? Потому что она внутри желтая должна была быть. Фанта-Кола мальчик. Взорвался. Друзья, напишите, какой сюжет... Демонденси! Какой вам сюжет понравился больше? Это не Демонденси, это Кофе! Это был Скитлс. Так, погнали. Вау, желешка! Она не захотела... Пустые банки, смотрите, они не хлопнули даже. Вафли! Ребята, это просто отвратительно! И так долго две машинки уехали! Да. Видите? Так, вау, это что такое? Пластмассовый огурец! Напишите, какой сюжет вам сегодня понравится больше. Орешки! Сегодня эксперименты, которые вы еще никогда не видели. Вау! Он выжил! Нет! Ребята, смотрим следующее. Друзья, такого вы еще не видели. Накаливание. Паяльной лампой накаливается стекло. Вау! Взрывается, смотрите, друзья. Очень тонкое было, и теперь ему нужно накалить дно. Но сможет ли дно выдержать, друзья, посмотрите. Оно, дно у рюмки сделано из очень плотного стекла. И нужно... Вау, оно раскололось. Оно не взорвалось, но оно раскололось и осталось на месте. Оно и вот теперь такое... вам показывать. Блин. Ребята, поддержите нас лайком. И оно просто такое, каналам, прощенная которые... встреча была. Ошибкой. Спасибо каналам, которые показывают такие эксперименты. Ссылочки на них будут в описании. Внимание! Накаливается металл. Ребята, вау. Это металл. Паяльная лампа. Давайте смотреть. Очень большая температура. Он накаляется до красна. И что же от него останется? Взорвется ли он? Давайте смотреть, ребята. Да. Он уже белый. Там температура, я не представляю, какая. Просто сумасшедшая. Уже проплавилась половина он его. Просто... И что? Он просто побелел. Вау! Смотрите, ребята, поднос лопнул. Обалдеть. Так, Том, что ты делаешь? Читает Марвел. Ребята, смотрим Том! Мультики нашей девочки. Ты он читает Капитан Марвел. Все. Ты что, обалдел? А ну иди, убирай, смотри, у тебя вокруг бумажек сколько. Всякого мусора, барахла. Хорошо, я пошел. Так, а у меня есть идея. Я не хочу убирать. Так, у меня есть волшебный волос. Как с бороды у Хоттабыча. Симся, раби, махаляй, махаляй. Сделай мне второго Тома, который будет после меня все убирать. Так, круто получилось. Он за мной все повторяет. Есть эта идея. Так, на тебе веник. Будешь за мной повторять? Вот так, как я. О, хорошо. И удалился. А я должен убирать. Нет, я не хочу убирать, ребята. Он уже устал, тремя потами. Конечно, причем ничего не убрал при этом. Так, и что?
а тот журнал читает. Прям при нем. Вот это он вредный. Он на него нападает и дубасит. Один том второго тома. А ну иди сюда. Ты слышишь, ты иди сюда. Ты зачем сделал это со вторым томом? Сейчас я вам приготовлю картошки. Причем вместе с вами. А это не картошка, это еще яйца. Ребята, я тоже не знаю. Так, побросала. Что же она будет готовить, друзья? Поддержите нас лайком, досмотрите до конца. Сегодня очень много крутых экспериментов, которых вы еще никогда не видели. А она, смотрите, втянула. И сейчас будет, наверное, делать какой-то пирог или торт, или что? Или в масло. Масло? Здорово. И что? Морковка. Сосиска? Как, что как, она делает? Как, ой, мясо? Мясо? Шоколадка. Шоколадка! Ребята, и что? Я хочу шоколадку. Ребята, кто хочет шоколадку, ставьте лайк. Она, смотрите, она превратила ее в ткань. И что она будет делать? Дружище, это вам на двоих. Вау. Не ссорьтесь, пожалуйста. Братанчик, это нам с тобой. Ура! Можно она их не схавала, ребята, представляете? Она обычно ест всех, а сегодня не съела. Надо поаплодировать. Да, прямо, ребята, вообще. Шо, и внимание, парень. Сейчас мы вам покажем того, что никогда не показывали. Как, ребята, можно сделать из арбуза, просто вставив в него этот насос от кулера. Получится ли это сделать, вставив в него насос от кулера? Что сделать? Сделать из него арбузный напиток. Давайте смотреть. Это очень ролик, очень много набрал просмотров. Ребята, спасибо каналам, которые делают такие ролики. Смотрите, друзья, он снимает крышку, вставляет в арбуз сверло, полностью перемалывает все содержимое арбуза просто в кашу, просто в сок. И давайте смотреть, посмотрите, он просто там жидкость. И получится у него... Фреш? Не фреш, а набрать и сделать... Да, вот смотрите, он приклеивает от кулера насос в помпу. Он вставляет вовнутрь, приклеивает. И сейчас давайте посмотрим, пойдет ли арбузный сок с этого арбуза. Нажимает. Да! Ребята, это невероятно! Пошел сок! А если сок перестанет, то надо будет арбуз поменять. Надо будет арбуз поменять. И тоже перемолоть там все внутри. Так, погнали смотреть дальше. Какие еще сегодня опыты мы для вас приготовили. Это будет очень просто. Я ставлю на шредер. Не успел. Шредер уже. Я ставлю на шредер. Желешка. Лера, ну так нечестно, ты же это делаешь. Так, три Nokia. Это самые старинные телефоны Nokia, которые, друзья, неубиваемые, их решили убить. Посмотрите, как впивается шредер в экран. Лера, так нечестно. Лера, ребята. Напишите. А ну сейчас я поставлю. Так, давайте. Ребята, давай. Следующий эксперимент, я буду делать ставку. Шредер, победи. Большой шар. Ребята, огромный шар, посмотрите. Фитнес-бол. Просто он потух. Его просто съели. Так, смотрим дальше. На наши глаза. Ребята, не расстраивайтесь. Шприцы. Ставлю на шар. А я ставлю на шприцы. Ребята, давайте посмотрим. Какие-то шприцы да останутся. Он не все победит. Вау, посмотрите. Ну, конечно, из них вся жидкость высосет. Стекает с них жидкость. Он сразу же отламывает с них насосы. Маленькие вот эти, которые, ну, нажимательный элемент. Лера, ну что ты прикалываешься? Ребята, поддержите меня. Лера, наверное, издевается. А, кстати, шприцы победили. Потому что, смотри, что произошло. Они, шредер не смог их схватить до конца. Он выдавил с них всю жидкость. Но что-то в них все-таки осталось и не все. Ребята, такого вы еще не видели. Смотрите внимательно. Стиральная машинка. Ставлю на стиральную машинку. А я ставлю против стиральной машинки. Давайте досмотрим. А Лера, за стиральную машинку, я против стиральной машинки. Сейчас над ней будут издеваться. Давайте смотреть. Нет, я больше не ставлю на нее. Тысяча оборотов, поздняк метаться. Давайте смотрите. Я больше не ставлю на нее. Бутылка колы, литровая бутылка колы кладется в центрифугу стиральной машинки и включается. Давайте смотреть, взорвется ли она и что она сделает, разбалансировав барабан. Это очень интересно, ребята, смотрите.
держится, машинка держится, потому что она прикручена к основе, к этому деревяшку. Стиральная машинка прикручена, и она стоит на них очень плотно. Давайте смотреть, она не движется. И она мотает барабан. И что? И ничего. И ничего. И значит, Coca-Cola не смогла сломать стиральную машинку. Она просто там ля-ля. Но мы сегодня будем ломать эту машинку до конца, ребята. Досмотрите до конца, поддержите нас лайком. О, сегодня будет шатается, очень круто. Шатается. Смотрите, все, пошло разбалансирование. Барабан слетел с катушек. Давайте смотреть дальше. Камень. Это просто кусок тротуарной плитки. Откуда они его взяли? Колу достали. И все. И включают. Даже не закрывали. Даже не закрывали. Он просто ее уничтожает. Ребята, посмотрите. Он ломает стиральную машинку. Жесть. У него, смотри, стенка отходит уже. Лера, ты видела? Барабан вообще ушел. Да. Провалился? Да. Гантеля? 5 Нет. килограмм! Поломает, ребята. Поломает сразу. А ты ставила на стиралку? Нет, я не ставила. Ставила. Ребята, вы напишите, Лера ставила или нет? Я не ставила, я придумала. Я еще придумала, когда мы тут школу начала крутить. Лера еще не знала, что мы будем со стиралкой делать. Ребята, это для нее было в новинку. Обалдеть, сломала. Они еще и нагнетают. Ребята, они добавляют скорость. Посмотрите, что происходит. Просто стиралка разваливается по частям. Она отказывает. У нее отваливаются разные запчасти, посмотрите. От нее ничего не остается. Просто крутится барабан. Она падает на пол, ребята. Жесть. Она выглядит. Кстати, смотрите, она была прикручена к деревяшке, поэтому деревяшка осталась на ней. Ой. Барабан выпал. Ребята, они решили уничтожить стиралку по полной. Она отрыгнула барабаном и погибла. Барабан крутится! Ребята, мы вам никогда такого не показывали. Поддержите нас лайком. Барабан идет на них! Барабан готов! Барабан просто падает! Ребята! Лера! Воу! Блин, мальчик! Сахарные соты! Наш этот лошадь! Сахарные соты вырезает! А на нее нападает охранник! Сломал! Хана тебе! Дружище, ты попал, пиздыч! Убил. Убил нашего коня. И сейчас, говорит, я с вашим печеньком что-то сделаю. Наш солдат из игры в кальмара непростой. Говорит, опа. И погнал что-то убил делать. Убил нашего лося. А, у него звезда была. Какое лося? Привет. Там а, был, коня. Там был конь. Ой, ребята, смотрите, звезда. Вам очень нравятся подобные эксперименты. И мы вам сегодня покажем самый крутой из них. Лайк. Он вырыл. Смотрите, он сейчас заполнит дно, чтобы не просачивалась вода, и будет наполнять. И давайте посмотрим, чем. Как этот эксперимент будет, что он будет из себя представлять. Смотрите, у него раз, два, три, четыре, пять. Пять линий, где он будет наполнять разными, видимо, цветами. Давайте смотреть. Вау. Он принес пять бутылей. Оранжевый, зеленый, голубой, фиолетовый, желтый. И сейчас, давайте смотреть, будет наполнять. Радуга! Да, это будет радуга, но причем пятицветная. Ребята, и, наверное, будет фейри, наверное, будет кола, и, наверное, будет сода. Ментос. С ментосом, да. Наполняет очень круто. Обожаю эти эксперименты, да. Ребята, спасибо каналам, которые их делают. Ссылочки будут в описании. Так. Игра в кальмара. Наполняет и наш стражник игры в кальмара фиолетовым наполняет последние уголки. Да. Очень круто. Давайте смотреть. Сейчас, наверное, будет целая гора напитков. Кола. Поехали. Фанта. Что это? Спрайт. Что это? Какой-то бар. Это Маунти Дью, ребята. Это какой-то Айрон Бру. Айрон Бру. Кола. Кола лайм. Зеленая. Это лайм. Миринда. Миринда. Воу. Фанта. Наоборот, фиолетовая. Он все наливает, ребята, посмотрите. О, там еще фьюсти есть. Фьюсти, и что сейчас будет? Давайте смотреть. Сейчас будет баба. Сейчас будет Ферри и Ментос. И вы не представляете, что и будет. И сода. Давайте смотреть. А, и сода, ты думаешь? Может быть. Друзья, будет очень круто. Давайте, погнали. Рядца нет куда. Ментос, он, смотрите, наливает в колу. Он сейчас, наверное, будет это все набирать в воздушный шар. Это, давайте смотреть. Я знаю, что... Там уксус. Да, там ребята, уксус. Ребята, не уксус. Происходит реакция, потому что кола с уксусом не реагирует. Но как только она попадает в среду Кока-Колы,
она начинает просто сумасшедшую реакцию делать. Уксус на Ментос не реагирует. Давайте. Готов? Нет, парень, смотрите, он нам показывает. Он сейчас дырявит, ребята. Вот это он игра в кальмара. И что? И вот это тебе хана. Игре в кальмара капец. Пау! Вали! И что? Вау! Радужно! Обалдеть! Посмотрите, высота какая! Друзья, невероятная высота! Сумасшедший эксперимент! Очень круто! Кальмар в шоке! Здоровски, друзья! Улетает! Улетал! Друзья, поддержите нас лайком! Напишите, какой сегодня эксперимент вам понравился больше. Подписывайтесь на все наши каналы. Макс, Team, Play, Games и Family. Везде новые серии для вас. Ссылочки все на все наши каналы в описании. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока.